Так, ребята, я тут подумал, компания Blackview хотела сделать уведомление о своем конкурсе, проводимом в Фейсбуке и ВКонтакте, но один раз нас уже за это дело банили. Почему я им напомнил, решили отменить запись, но тут я подумал, а почему наши тогда прозевают это дело? Исправляю ошибочку. Рассказываю. Первое. В Фейсбуке проходит конкурс с призами двумя моделями, двумя смартфонами модели BV8800 и 16600 Pro. Того три человека получат три смартфона. Если вы хотите это дело получить, с вас поучаствовать в конкурсе в Фейсбуке. То есть находим сообщество Blackview в Фейсбуке, смотрим там надпись Giveaway, то есть конкурс по-нашему. И там три условия, которых нужно соблюсти. То есть нужно куда-то это дело репостнуть, нужно ответить на вопрос, чем так наворочен этот 8800, ну и... Третье, не помню. По-моему, кого-то из друзей пометить под этой записью, чтобы друзья тоже увидели. Короче, все условия в Фейсбуке. Милости прошу. Если вы хотите, конечно, получить смартфон на халяву. Если вы не хотите участвовать в никаких рекламных акциях, то милости не прошу заходить туда, потому что вы, ясен пень, будете участвовать в рекламной акции. То есть получит довольно-таки малое количество людей. Всего три человека призы, а участие ожидается от огромного количества. Поэтому хотите участвуйте, не хотите не участвуйте. Если что, я просто предупредил. Потому что запись должна была быть в ВКонтакте, но ВКонтакте так много людей рьяно следят за правилами, что могут забанить за это дело. А в выходные, когда никто не будет следить за группой, если группа будет забанена, то ее, соответственно, разбанить уже будет некому. Поэтому запись удалена. Лично мной, по просьбе товарищей китайцев. Но уведомить я вас как-то захотел. Поэтому, надеюсь, вы меня поняли. Если хотите на халяву смартфон Blackview 8800 или 6600 Pro, милости просим, Blackview в Фейсбуке. Всем спасибо, всем удачи. Это Латуха. Ой, надеюсь, кому-то понравилось.